Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто, в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Попались на краже бутылки водки и применили против продавцов баллончик с перцовым газом. В Мозыре двое молодых людей отомстили продавцам за то, что те уличили их в краже алкоголя. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Вот молодые люди проходят на кассу, а вот одна из работниц магазина перекрывает им выход и просит покупателей выложить на ленту украденное. Мужчины делают вид, что не понимают претензий, но потом один из них нехотя все же достает из-под куртки спрятанную там бутылку водки. За товар покупатели не рассчитались, долго спорили с работниками магазина, а перед выходом брызнули им в лицо спреем из газового баллончика. Одну из женщин мужчина ударил ногой. Правоохранители разбираются в произошедшем. А в Гомеле милиция разыскивает мужчину, который украл из камеры хранения продуктового магазина сапоги. Воришка не прошел мимо камер видеонаблюдения. От кассы он направился к ячейкам и открыл ключом не только свою, но и соседнюю. Достал из нее пакет с женскими сапогами и направился к выходу. Граждан, которые по видео узнали мужчину или владеют информацией о его местонахождении, просят обратиться в милицию. В деревне Калинина Будокошелевского района местный житель едва не убил топором своего отчима. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Дело дошло до рукоприкладства. Обвиняемый задержан, против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства сожителя своей матери. В ходе ссоры подозреваемый схватил топорик для разделки мяса и нанес им не менее 2 ударов потерпевшему. Впоследствии сам подозреваемый вызвал и скорую, и милицию. Следователи ищут очевидца в ДТП в Петриковском районе, в результате которого погиб пешеход. Наезд произошел 27 января на 229-м километре автодороги границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, неподалеку от деревни Млынок. ДТП совершил водитель автомобиля Рено Сандера. Всех, кто стал очевидцем наезда, располагает информацией или записью видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП. Следователи просят сообщить об этом в дежурную часть. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Берегите себя.